Почти на 4 миллиарда рублей в 2020 году профинансировали нацпроекты в Уфе. Об этом сегодня на оперативном совещании в столичной мэрии сообщил заместитель главы администрации города Николай Фадеев. Больше всего средств выделено на нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – свыше 3 миллиардов рублей. На эти деньги реализуются крупные проекты – строительство нового моста через реку Белую, реконструкция улиц 8 марта и Комсомольской, завершено строительство улиц Валерия Лисунова и Георгия Мушникова в Инорсе. Отремонтировано 22 участка дорог протяженностью более 20 километров. На 276 миллионов рублей профинансирован нацпроект «Жилье и городская среда». По проекту «Жилье и городская среда» в этом году были продолжены работы по благоустройству сквера «Волна» в Ленинском районе, выполнено строительство амфитеатра. Обеспечен рост объемов жилищного строительства. За январь-ноябрь этого года введено 640,5 тысяч квадратных метров жилья. Это на 25,5% выше уровня прошлого года. На нацпроект «Демография» потрачено 163 миллиона рублей, за счет которых в том числе провели капитальный ремонт в 34 детских садах. В них появилось 779 дополнительных мест. Кроме того, 132 миллиона было выделено на образование, 119 миллионов на нацпроект «Культура».